Акция стартовала с 16 ноября. Официальные представители Пермстата вышли в места массовой регистрации малого бизнеса. Компании должны предоставить информацию регистраторам о своей деятельности, фактический адрес, контактные номера телефонов, численность работников на предприятии, а также годовые доходы и расходы. Субъектами малого предпринимательства у нас являются как юридические лица. Это до 100 человек численностью работников и до 800 миллионов выручка. И индивидуальные предприниматели также должны предоставить отчет. У них своя форма «один предприниматель». Главная цель, по словам начальника отдела Пермстата, получение достоверной и комплексной информации о состоянии малого и среднего предпринимательства в стране и в регионе. По итогам переписи аналитикам удастся сформировать общую картину инвестиционной привлекательности региона. Правительство края или страны может принять какие-то управленческие решения в области поддержки субъектов малого предпринимательства. То есть это могут быть какие-то определенные инструменты разработаны для поддержки тех или иных предприятий. Обход мест массовой регистрации продлится до 14 декабря 2015 года. Окончательно информацию о своей организации в Пермстат малые предприятия должны предоставить до апреля следующего года. Далее начнется следующий этап – анализ малых предприятий в регионе. Руслан Пепеляев, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».